Хей, всем привет, друзья, это канал Outcast Games, продолжаем с моим постал проходить, Will Call, он позвонит, может быть, хрен того знает. Короче, мне там писали что-то много всего такого, что я, короче, в этом протыкал, в, как его называют там, в полицейском участке, нужно будет вернуться туда и посмотреть, что там еще. Еще мне предлагают читы использовать, но что-то я читы не хочу использовать, но читы как-то это неинтересно, я понимаю, что это игрушка по фану, и читы, может быть, добавят чего-то там, но читы есть читы, тут уже как бы, ну как бы сказать, то, ну это понятно, да, что это такое, то есть тут как бы без вариантов, чит есть чит, не хочется читы сильно использовать, я тут нормально тоже пройду, пацаны, ты посмотри на этих придурков-то, блядь. Я могу тут побегать, да, где напалм? А, по стрелкам нужно идти, да? Я, короче, напалм возьму. У нас там карта, еще надо на короче какой-то на тамагочи пойти. И там что-то это то-то, это тут-то, это там, это что-то. Это, короче, как это? Вот сюда. По стрелкам, типа, нужно идти. Вау, пьяным здесь лучше не ходить, блядь, перевернешься только так. За борт. Так, я их перегоняю. Нет, куда? Вот сюда? Тут ничего нет вообще. Так, а, в смысле, сюда, подожди, не сюда. Или сюда, так не сюда. Или сюда, так не сюда вообще-то. Да иди твою мать, что за территория-то такая? Зачем вы это сделали? Могли бы здесь на табличку повесить, не входить, здесь ничего нет. Потому что здесь и так, в принципе, ничего нет. А что они тут тупят-то? Смотри по сторонам. Смотрю. Сюда. Дальше. Спасибо. А, сюда? Вот куда идти? Тут ничего нет. И что, я сюда спустился? Куда идти-то? Так, это какое-то, это, серебро, золото отливают они тут. Меня даже не трогает. Вот, решетка, как ее снять? Бля. Не снимается. А как ее снять-то? Как туда попасть? Ладно. Пошли искать другой путь. Сюда. Туда? Не, не туда. Там я оттуда пришел. Так. Че вас тут так много, пацаны? Алло. Вы заколебали... Еще и заблочили проход. Ну не суки, не? А-а-а, ну под... Во, правильно, иди нахер. Иди не сюда! Блин, эти стали разговаривать, это тот туп подстал в проходе, не может пройти. Да что этот обосрался вообще? Что у тебя там черное вон? Иди отсюда! Иди отсюда! И вот и вали! Женщина, вот, спасибо. Идите, идите нахуй. Вот, про... вот это вообще хорош. Разошлись. Пошел ты нахуй. Ранен он. Вот. Нашел, красава. И сейчас все на меня будут... Все меня будут пить. Пришло время поработать, мистер Напалм. А на что, зачем тебе, мистер Напалм? Для чего? Что он будет... Вот, бляха. Ну-ка не говорите, что сейчас маджахеды прибежат. Или шахиды, как там их, блин. Давайте только без этого. Или какие-то еще фанатики воды, например, скажут: «Напалм, это хуйня! Туши его, блядь, водой!» И будут с брызгалками бегать, как эти. Ты куда, дебил, блюешь на этот? На ты, придурок, блядь! Это то же самое, что на... это то же самое, что на трансформатор ссать. Вот это вообще у чувака мозгов просто нету. Иди, твою мать! Ну куда я не пойду, везде при проблеме. А чё это не берется? Что это? Это же пушка! Чё, блядь, топор! Откуда я топор взял? Хотя, может быть, где-то подрезал, хер его знает. А чё у меня вообще есть? Так, подожди. МК, вот МП5. Мне говорят, меняй вот это стандартное. Так, а что поменяй? У меня только МП5 и больше ничего нет, и спички. В руках. Граната. Напалма. Ножницы. Сколько ножниц? 50 град, нужно пользоваться.
Стойте спокойно, жмите другой правой кнопкой мыши, чтобы аккуратно положить ее. Затем что? Чтобы подорвать? А зачем? А где ее подрезал-то, эту голову? Базука. Чтобы заправить ракеты для дальнего полета. 174 ракеты. Жмите огонь, чтобы сделать прямую... А вот эта пушка. А где я ее подрезал? Подожди, что она у меня есть. Я ее где-то подрезал, что ли? А что это за штука? А, это же напалм! Так, спокойно. Подожди. Тут все взрывается. Что мне делать? Мне надо отсюда свалить, да, просто? Блядь. Тихо. Ё-моё, пацаны, ну извиняйте, это не моя действие. Ай! Сыка, 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 сыка! Сыка, сыка, сыка! Надо с сыкушкой бегать, я понял. С пиписькой наружу надо бегать. Так, я тут пройду, да? А тут-то не пройду, Сюда? Вы, блядь! Пропустите! Пожалуйста! Сука, не пролазю, жирный. Хо, нормально. На. Потушу тебя. Ага, понятно, понятно, теперь решетка. А чё ты не... Сука, не можешь перепрыгнуть-то, падла. Так, теперь решетка у нас активная. Хорошо, полезли. Так, ширинка пока не нужна, застегнем. Потому что яйца мешают, болтаются, блин. Неудобно ходить. Пока. Угу. Так, 121 хпшка у меня откуда? Напалм, получается, заряжается в этот. Я думал, он как-то это... Ну что? Нифига тут аптечек. Сколько? Не жри, только... А, что, я сюда пришел? Не понял сейчас. А что сюда... Что я сюда пришел-то? Или мне туда подать, где вентилятор? Хе-хе-хе, как так-то? Решетка что для чего-то открылась, значит сюда падает тогда получается. Там просто типа как хилка. Я не убьюсь. Опа. Опа. Здорово. Кто есть? Никого нет. Тихо, бреха, Андреш, Андрепе, Пещешин. А как нашего героя-то главного зовут? Кто знает? Я уже и забыл. Или я вообще не знал? Я не помню. Так, тут головоломка чисто, да? Куда бежать-то? Ну ты чё не вылезешь так-то? Ну чё ты такой слабенький? Вон туда, что ли? Так я туда не долечу. Подожди. Тихо. Ага. Ну тут прям в натуре голова... Лаволомка! Так бы сохраниться, что ли? Я что-то давно не... Я вообще из серии вообще не сохраняю никогда. Играю как дурак. Уху! А что, я сюда прыгнул? Вот сюда. Хорошо, что хотя бы меня никто не валит. Тут какая-то авария произошла, но никто, я так понимаю, и тушить не собирается. Бляха, что такое? Поссать, что ли? Бочка с водой! Или того хуже. Сейчас она будет падать, да? Бежим? 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 Бежим, блядь! Бежим, блядь! Бежим! Вода. Вау! Че, сюда, что ли? Бляха, беги, короче, нахер. А, спокойно сюда. Дай сюда. Да, блядь. Жопа, ай. Так, ширинку расстегнули, яйца мешают, но нормально, все, пройдем. Какой ты грозный. Так, а где весь персонал-то? Почему никто не устраняет утечку, ошибку? Алло. Ёпта! А, ну ладно. Попрыгать, да, что ли? Тут еще и платформер. Кто-то сыт сильнее меня, что ли? Охерели, у меня 20 галлонов в запасе. Ты че? Блять, она... Не-н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 е
черта? Она тонет. Эта бочка, что это? Бегу! А ты сам-то? Беги тоже. То есть ты боком бегаешь, нихера себе ты крутой. Беги с первого, я подожду.
Повезло тебе, чувак. Ну, я как бы так не хочу делать, как ты. Что, придется, что ли? Серьезно? No dumping. Так, а... Я-то туда не допрыгну никак. Подожди, меня вниз? Или чего? Не туда? В натуре сюда. А куда я выплыву? Смылся в унитаз. А куда я теперь попаду? Давайте возле полицейского участка, пожалуйста. Что-то долгая загрузка. Что там такое? Что-то мощное? Где я? Вынесла в какое-то говно. Так, и где я? Блин. Короче, там же. Просто вынесла на улицу и все. Ну ладно, это мы прошли. Мне нужно в полицейский участок, потому что там сказали, есть форма. Можно взять, и меня вообще никто трогать не будет. Будут, наоборот, все стрематься. Только мне нужно сейчас понять, куда бежать. А я бегу не туда. Спасибо. Мне в ту сторону. Тут кто-то живет? Нет, никто. Мне в ту сторону. Сватовцы. Здорово. Мне в эту сторону по дорожке. Блин, было бы быстрее, конечно, как-то побежать быстрее. Но быстрее я бегать не умею. Я вот так и бегу. Только могу медленнее. Если я вот здесь перейду. Нет, мне нужно прямо и налево сейчас. И в полицейском участке вроде там как было много оружки. Если там, конечно, никто не заспавнился. Потому что если заспавнились, это будет вообще жопа. Да, мне сюда. Так будет, скорее всего, самая короткая дорога в полицию, да. Их! В воздухе прям загрузку сделал. Кто так умеет? Никто так не умеет. Так. Где? Я. Включить меню опций. Так, тут перестрелка опять масштабная с желтыми, наверное, да? Здрасте, кто там? Такой этот музыкальный. Я ж так понимаю, мне сюда. Да, просто тупо по прямой. Короче, в трубу как попаду, так попаду. Блин, было бы классно, если бы у него в руках хотя бы карта это была, чтобы я вот так бежал и смотрел, куда не постоянно включать ее, выключать. Так неудобно. Тем более она грузится очень я сильно долго. Себя не очень хорошо. А черли ты, херли ты, не слушаешь себя хорошо, потому что я-то трубку не курил, алё. Ты сейчас прикалываешься? Я ж трубку не курил. 100%. Или я случайно? В смысле, какой киллер? Я тебя охуела, что ли? Я сейчас тебя как закиллею. Менты, блядь, где вы? Сейчас возьму форму, сейчас я приду, блин. Теперь у меня, если форму возьму ментов, у меня будет полное право всех убивать. И меня никто не будет трогать за это. Ну хотя, сказали, лучше никого не трогать, просто в ментовской форме бегать, меня никто не будет трогать, и я буду красавчик, и вообще молодец. Так, подожди, я чтоб случайно это не забецать. Мясо это домой нужно принести, короче, я будет. Себя а чё, хавки у меня нету, так-то. Плохо, у меня нету чем подхилиться. Так, это придурки, это тоже. Блять, одни придурки, я хуею. Так, мне налево. Вот сюда. Блин, походу менты восстановятся сейчас там все в полицейском участке. Я чувствую себя дерьмово. Сука, собака за мной, что ли? Фига тут ментов. К этому дерьму так быстро привыкаешь. Так, и еще я хотел опять это дерево проверить. Вот это. Блять, еблонские вы падлы, ну хули вы на меня напали-то, я вообще не там. Ай, сука, чуть не обосрался. Я в дереве? Сука, заметили. Ну нету у меня.
Реально нет у меня дробовика. Мне говорили, да, в этом дереве что-то должно быть, но я вроде его обсмотрел, даже влез в него внутрь. Все равно там ни хрена нет. Ну, отсюда мы сходим, посмотрим. Нужен арсенал. Я что-то пересматривал серию эту, и я возле этого гребаного арсенала два раза пробежал. Только... Сука! Вы прикалываетесь сейчас? Да пошел ты нахуй! Блять, они дробовиком в голову держат. Закрыто. Найти, куда сдают книги. Буду, короче, курить, мать вас, ёб. Вот это нормально выносит. Все успокоились, блядь. О, это в натуре. Это в натуре. Авто 140, только патронов маловато. А так-то выносит нормально. Так, давай еще трубку шибану одну. Меня там их нормально. Это может мне повредить, но... Да, я знаю. Я чувствую себя потрясающе. Да, отлично, хорош. Так, и все, заколебали, блин. Они... Почему не восстановились-то? Я же как бы прошел это. Или если ты с территории выходишь и заходишь, да, они восстанавливаются. Так это плохо. Потому что они мне всю броньку... То есть они мне всю жизнь, все жизни сняли. Ищем, что тут опять есть. Арсенал-то закрыт. Как его открыть-то? Алло. Компьютер. Как арсенал-то открыть? Он-то закрыт. Где-то должна быть кнопка. Ну и Вить, смотри на меня. Блин, где кнопка эта дурацкая? Что-то в нет, хера... А смотри, эти зареспавнились, а пицца не зареспавнилась. И ничего, больше не зареспавнилось. Кроме ментов, блядь. Это вообще нехорошо. Ни разу. Тут стояла хавка, я помню. Ничего не зареспавнилось. Смотри, даже пончики, бляха-муха. Это так не... Это вообще некрасиво. Тут можно еще... А ты откуда? Это на выход. Ладно. Три этажа? Пацаны, вас выпустить? Как их выпустить? Шахамеда! Ты чё в маске там стоишь, сучка? Поймали тебя, да? А вот нехера было на меня выебаться. О, даже, даже священника поймали. Ну, до этого понятно, этого есть за что. Это самая грешная душа, блядь, на всей этой ёбаной планете. Дробовик, почему такой слабый? Мне нужен мощный дробовик, который с одного выстрела будет валить даже в пятку. А то в упор подходишь, в голову стреляешь, вообще насрать. Ну где мои аптечки хотя бы? Одни радары, нахера они мне нужны-то в принципе? Я и так понимаю, что кто на меня агрится, а кто нет. Во! Здорово. Ты живой? Ты сука. Вы, вероятно, думаете, ладно, что я не очень хороший. Мне нужно поискать. Чё это? Лекарство. Клизма? Мой президент пошел нахуй. Чак Хэстон, получайте по заслугам, грязные обезьяны. Хе-хе. Окей. У меня броник где-то подрезал. Так. Спокойно. Дубинка, нахрена. И так с каждого мента падает. Привет. Я бы тебя выпустил бы. А может быть, к тебе залез бы. Случайно. Что-то бы сделали бы с тобой. Сделал. Хер его знает. А, чё тут?
сука, компьютер не разбивающийся. Так, я откуда? Вот так, да, я шел. Ага. Тут у нас не открыть. Блин, а где же, как открыть арс... Ты этот, администратор? Во, новое что-то. Такого не видел, палочки. Опа, а вот и начальник. Мне нужно поискать лекарства. Да я ж тебе уже дал что-то. Вот те сколько лекарств, смотри, пончиков, 12 штук на одной тарелке. Вот это жесть. Так, подожди, я зашел вон там, тут. Или я тут был? Подожди, я тут был. Да, я тут был, хорошо. Дверь не спеши. Да чё ж ничего нет-то? Где мой арсенал, сука, мега-супер-оружием? Впереди зона взрыва. Чё вы такие мощные, пацаны? У меня есть пончики. Нужно ещё. Да блин, здесь нереально все обшарить, ты чё? Раздевалка. Вот! Вот в раздевалке мы и возьмем ментовскую форму, да? Сначала хильнемся. Блять, это я бегаю. Я думал, это кто-то там сейчас будет меня стрелять. Пекаль, а где? Чего? Эй! Вижу подозреваемого. Бросай оружие. Ты меня что ли видишь? Как ты меня увидел? Чувак, короче, три выстрела с дигла держит в упор. Хорошо, молодец. И где же ваша форма? Не вижу формы, видел только здесь денежку. И пушки, стволы. Так, может где-то еще? Трубка. Деньги. А форма где? Я чувствую себя дерьмово. Да блин, одни пикалюки и эти. Да здесь же должна быть форма была, нет? Это же раздевалка, а где еще-то может быть? Чё за фигня? Где моя форма? Ящик для квитанций. Для каких квитанций? А у меня квитанция какая-то была. Вот это? Лучше я оставлю это себе. Я чувствую себя. Ну окей, не ладно. Очень хорошо. Так, здесь я был, там я был. Энтони Хопкинс? Кто такой Энтони Хопкинс? Что-то знакомое, подожди. Сейчас меня блеванет. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Так, хорошо. И где же мне вход в арсенал-то найти, если он закрыт? Чё ты, блин? Так быстро привыкаешь? Сука! Чё за херня? Где, блядь? Корпус фу. Конечно, здесь у вас весь корпус фу, потому что у вас туалеты стоят прям в камерах открытые. Здесь везде корпус фу будет. Так, блин, вот эти, меня вот эти кабинеты достают немножко, когда, которые неправильно сделаны. Так, и чё, и где мой арсенал? Арсенал-то есть, но он закрыт. Может, его с ноги вышибить? Блин, я думал, там медвежонок лежит. Реально. Это пузатый чувак просто. Так, хорошо, на. Где? Ну, а так это я на втором этаже, тут же нету. Нету, короче, этого. Нету нихера здесь арсенала. Блин, как это что-то у меня неправильно все работает, да? Или это у меня только так? Вот же этот арсенал. Самый ход воспринимает, ты не в униформе. Пушку не получишь. Так, а где я был в раздевалке, блядь? Нету там униформы. Где мне найти униформу-то? Я уже все облазил. Вы сейчас прикалываетесь или что?
Картотека. Ну в картотеке-то вряд ли будет униформа. Где здесь? Ну в раздевалке же логично, что будет униформа, но ее там нету. Это зеркало или стекло? Стекло, которое я не могу разбить. Чё за приколы? И где мне форму найти-то? Типа я понимаю, что она где-то есть, но где? Значит, ствол заберу. Пацаны, есть форма? Нету формы у вас. Вообще заняты, так я вижу, круто. Что вам вообще насрать? А где же форма-то? Чувак! А ну-ка... Сука. Не работает, нихера. Ух ты, падла. Да нету здесь униформы, нету, вы меня обманываете. Да нету, я уже все обшарил. Я уже всех перебил, все обшарил. Где форма-то? А-а-а, я просто серию нахрен послал. Не работает. А где форма-то? Полегче. А ты чё, блин? А ты откуда вообще? Чё там было написано, подожди? На верхние этажи посторонний вход. Это те, что там это, сидели, слушали, короче, музыку. А чё здесь дверь открывается постоянно? Тут кто-то дух ходит уже какой-то. Это вы отсюда, что ли? В натуре. В натуре отсюда. Всем домой, блядь, всем отбой. Всем спать. А, блин, где моя форма? Уни. Вот, блин. Или я ее где-то вообще просто вот так вот просто прошел, вот так вот, вот так вот, вот так рядом. И все такие ржут с меня, а я, короче, ее не увидел. Ну, я не знаю, я не заметил там формы. Чё цен... А, я с ширинкой бегаю. Прикольно. Извиняюсь. Вот. Да, блядь. Дай, почему ты не можешь снять ее? Вот отсюда, например. Какая тебе разница, в женском ты или в мужском? В принципе, без разницы. Может, в книгах кто заныкал? Ну реально, я просто уже не знаю, где. Я уже все вроде комнаты обошел. И не по одному разу-то. Да бляха, опять это же самое. Ну это туда. Где форма моя? Я хочу в арсенал. Там сказали охерительная вещь. Только где форма-то? Почему формы нету? Это так-то не прикольно вообще. Форма. Оденься в стул. Какая разница, он тоже синий. Хотя у них черная. Есть, бляха, где ты? Компьютер на голову надеть, что ли? Да нету здесь формы. Абсолютно. Да нету тут формы, даже если в раздевалке формы нету, то тут, а где тут тогда будет? Если уже в том месте, где она должна быть, ее нету. А вот тут я был, так был, я тут бегал, вроде нет. Да, пацаны. А! Бойся меня. Чё за херня, блин? И как вот эти решетки открываются? У них же как-то не открываются. Хорошо, смотри, иду на третий этаж. Иду. Корпус фу. Ищем. Форма. Форма. Ты застрял. Я не застрял. Ну да, так быстрее забегаешь. Ой, как раз аптечки подойдут. Лекарства. Те форма. Что это? Блять! Ну вы поняли, что это, да? Я думаю, многие знают, что это. Хорошо, не буду говорить.
Где форма-то? Ну я же все обшарил, игра! Ты издеваешься с меня, даже тут нет! Как так-то? Форма. Блин, где она? Женщина, знаешь, где форма? Ой, извини. Я думал, нельзя. Оказывается, можно. Ты знаешь, где форма. Чё ты орёшь-то, блин? Да не, ну пацаны, ну это уже все, это уже не смешно нихера. Это реально не смешно. Ай, прям об косяк ногой. Да нету здесь формы, нету! Нету! Почему у всех есть, у меня нету? Да иди ты нахер в кабинет директора. Почему? Вот тут. Почему у всех есть, у меня нету? Сученная раздевалка. В случае пожара двери всех камер будут открыты. Угу. В случае пожара. В случае пожара. В случае пожара. Это не случай пожара? Или это плохой пожар? А случая пожара у вас, походу, нету, да? Вам насрать на это все. Вот эта штучка не работает. Так-то, если чё. Раздевалка. Тут нету. Тут нету. Тут тоже нету. И тут нету. Я вообще невидимый. Ну нету. Ха-ха, прикольно, да? А у меня нету. А у меня нету в раздевалке, нету этого. И что мне делать? Как мне, где найти форму-то? Ебать! Где моя форма? Ну это зеркало. Даже зеркало нельзя разбить. Чувак, у тебя не синхронизированы движения. Хер ли ты, блядь, делаешь? У меня, я не знаю, всё, нету формы. Это у нас серия такая получилась, бесформенная. Бесформенная серия, так и назову. Я не знаю, где у вас тут вы нашли эту грёбаную... А ну-ка, зазвени. Сука, Хопкинс, блядь. Чё дверь это неактивная-то? Я не понимаю. Хорошо, в случае директор, ты если горишь, у тебя что-то горит, ты вызываешь алярм или нет? Или ты просто так горишь, да и все. Синие двери. Сейчас мне что-то нужно сделать, чтобы найти. Чтобы что-то. Блять. Где-то форма-то. У них здесь ничего не горит, кроме бензина. Книги даже не горят. Ничего не горит, блин.
Ой. Вообще ничего не горит. И пожар устроить здесь нельзя. Зашибись. Не работает. Ау. Я все, я в панике, ребятки. Блять, просто минус одна серия. Вот пришел, блин. Найти этот... Пришел найти форму, а ее нету. Я все облазил уже. Куда еще идти-то? Как вот эту штуку-то сказать, чтобы она закричала? Она не хочет кричать. Я уже и книги жгу здесь. Ничего не работает. Нету здесь формы, не надо мне рассказывать. Я уже все просто обшарил. Уже все, все с первого до третьего этажа все обшарил. Нету тут такого. Как так-то? Пожар, ты будешь работать сегодня, нет? Или может где-то пойти найти, короче, кнопку, типа, сказать, что тут пожар. Блять, а я вот это классно сделал, да? Теперь я не пройду дальше. Тут... Почему так? Ну почему всегда у меня не так, как у всех людей нормальных, блять? Почему я такой долбоёб? Ну почему? Почему у меня все через жопу? Почему, блять, где моя форма? Сука, коробка, где моя форма? Чё ты не горишь-то? Чё здесь ничего не горит? Кроме трупов. Ша! Сука! Я уже все, паника у меня. У меня паника. Я хочу сюда! Классно! Мне сказали... В этом... В полицейском участке есть арсенал, чувак. Ты там возьми, классно, пушек много. Да, но не сказали, как туда зайти. Возьми форму, где она, ее нету. Вот тут. Нету. Ее нету нигде. Пиздец какой-то. Даже пожар нельзя устроить. Эта игрушка не идеальна. Здесь нельзя устроить пожар. Ты свалился, что ли? Тут нельзя просто взять и поджечь этот гребаный участок и сжечь его дотла. Нельзя так. Даже нельзя пожарную тревогу вызвать. Здрасте. Привет. Ты опять сюда? Да не ори ты там, нормально все. Так, может быть тут? Ресепшн сжечь нахер. Ресепшн тоже не горит. Ничего не горит. Ну, я не знаю, ребятки. Опустите квитанцию сюда. Внимание, не забудьте опустить квитанцию в ящик на третьем этаже. Какую квитанцию нахер? Да блин, это не то. Ой, я уже сколько, почти полтысячи завалил. Откуда он у меня? Откуда, блядь? Теперь повеселимся. Да откуда она у меня взялась-то? Ты закон, ты пидорас, блядь. Сука, откуда у меня форма взялась? Может мне кто-нибудь объяснить? Я ж ее не было в шкафчике, я ж ее не подбирал. Я ж не подбирал ее, ну не подбирал я, блядь, не подбирал я ее. Я не подбирал ее, где она? Сука!
Нихуя себе. Нихуя себе! У вас тут я себе. А пекали еще новые какие-то есть? Кастеты валяются. Это что такое? Корова быка. В смысле голова. Рабазука. Вот это что-то еще такое. 50 патронов. Типа мини-базука? Или чё? М-ка, дробовик. Чё это? А, шлангочка торчит. Дробовик, пекалюки. Снопа, серьезно? Где снопа? Как снопу включить? Вот! На восьмерку, нихера себе далеко. О, да. Стопешка. 12 патронов, конечно, маловато. Но зато можно издали шмальнуть. Блять. Ну это сейчас нормально все, да? Я откуда мне форма взялась-то? Ну, блять. Откуда она у меня появилась-то? Вот здесь плохо поднимаются шмотки, потому что ты даже не видишь, что ты поднял это или нет. Ну ладно, хотя бы нашел. Фу, теперь я блюститель закона, а теперь меня не должны трогать, потому что я в форме. Так, а ну-ка пошли еще раз к тому дереву, раз уж на то пошло. Раз уж я такой долбоеб. Ну смотри. Я зашел внутрь дерева. В нем ничего нет. Нету тут дробовика у меня почему-то. Может он тут? Я уже внимательнее некуда посмотрел. Реально. Может он где-то на дереве висит? Нету у меня нихера. Может в пятницу будет? Это как-то четверг еще до сих пор. Кошмар какой-то. Я с этой формой меня заколебала она. Ну что, теперь все? Ко мне никто не будет приставать? Нихера там народу, вон, смотри, в одном месте. Опа. Вот теперь, а теперь побегаем. Там что-то горит? А, это камин. Теперь можно бегать свободно и никого не трогать. Так, нам нужно куда? Нам нужно в супермаркет как-то попасть. В супер-паркер-маркет через счастливый Ганеш. Так, через РВС, да? Или как? Подожди, я в супермаркет как-то попадал. Хотя можно пойти вот сейчас налево, потом прямо. Подожди, налево же? Не, не налево, в смысле прямо. Только тут развилка почему-то. Вот, супермаркет. Куда надо, туда идем. Блин, время уже такое, надо серию заканчивать. Если ты гребаной формой, ну блин, ну почему так? Почему? А если бы я не начал листать вот эту всю херень, не увидел бы ее, сейчас бы просто тупо... С меня ржали бы там, скорее всего, как всегда. Да и так ржали, я помню. Я вот не знаю, в супермаркет там можно будет зайти или нет? Если я... Подожди, свалка, банк, клиника, завод. Если на клинику потом двинуть. Я в ментовской форме, теперь я новый работник, теперь меня никто не трогает, и я просто буду бегать и все. Зато меня шахиды будут трогать, суки. Потому что им насрать, на кого нападать. Правильно же пришел. Хм.
Мент? А чё ты там палишь? Чё он там палит? Ага, да, супермаркет, смотри. Ну, в принципе, карта не такая большая, как кажется. Но все равно побегушки вот эти вот, блин, долгие. А что там сватовец-то стоит на крыше и что-то выпаливает? Его ж там не было, можно было снайперки его снять. Так, тут что-то, короче, это, да? Уже дела какие-то. Этот с прицелом ходит. Воу-воу, что я так быстро бегу? Что я так быстро бегу, или мне кажется? Так, смотри. Ну да, мне где-то вот так надо пойти. Ты это мне? Блять, да ну вас нахер, вы такие неадекватные все. На, по жопе. Ой, понравилось, говорит. Еще раз, говорит. One time. Нет, все нормально, пошла, пошла ты нахуй. Говорит, что-то не так, сэр. Да, идите нахуй, все нормально. Так. Is anything wrong? О, туалеты продают. Я что-то вроде тут не был, да? Или был? Просто так заметил. Так, прямо направо, налево, на зигзаг. Смотри по сторонам. Ты сейчас мне до этого. Молчи лучше. Женщина. Ты что, не видишь, какой я в форме бегаю или что? Вон и кошаки даже меня боятся. Эй, идиот! Да пошло ты. Сюпи майки, да, вот сюда. Ой, давайте хотя бы до пятницы, не знаю, даже. А хотя я не доживу до пятницы пока что, потому что я так понимаю, пока я, когда я в супермаркет зайду, что-то там сделаю, тогда начнется опять вакханалия. Да? Это же так и должно быть. Так, мне направо. Короче, короче. Как этого короче-то? Что за короче? Че ты с прицелом так ходишь? Кого тут выпаливаешь? Пойдем в супермаркет через стоянку. Не, может хотя бы меня теперь не будет никто трогать. Это будет хорошо. Я просто свободно буду бегать и все. И просто выполнять задание. Супермаркет Парадизе. Хоть, ай, не успел подпрыгнуть. Ну, елки-палки. Так, хорошо, что мне в супермаркете там надо искать конкретно? Что за кроче? Что за кроче, где он вообще тут находится? Он где-то слева. Приносим извинения за грязь. Окей. Вот кроче. Не трогай меня там. Это яйца! Это... В смысле? Ты кроче? Эй, талисман, мне нужен кроче. Все уже продано, ни черта не осталось. Ты да остался. Пошел ты. Почему бы тебе не купить Ларри Краба? У нас их еще много осталось. Ты так-то член с яйцами, слышь, Ларри Краба. Вот же есть, короче, что ты? Обучение развлечений. Послушай, придурок, мы оба знаем, что ты заныкал одну из этих игр. Ну сколько Бон. Ты хочешь за нее? Спасибо. Сегодня день кроче. Я... Задание выполнено. С крайней жестокостью. Пришло время идти домой. Ну не с крайней жестокостью. А что с кроче делать? Его тронуть и за яйца, что ли? А зачем мне за яйца кроче трогать? Я могу и себя за яйца тронуть, в принципе. Зачем мне кроче трогать? Ты кроче, блин. Что за херня? Короче, кроче это я... О, отлично. Сейчас инопланетяне прилетят, да? Надеюсь, ты нашел маленького кроче. Ты не поверишь, почем они продаются онлайн. О, да, я получил кроче. Да, точно, пару раз. Хочешь посмотреть на крутое средство от сорняков, что я добыл? Ты испортил мой ковер, сволочь! Ну извини, я целился выше, клянусь. Ты чё, в доме прям начал напалмом херачить, что ли? Ты дебил? А техника безопасности не слышал, да? Хоть бы на улицу вышел бы, пса своего, блин, немножко подучил бы. Как правильно срать не на ровном месте.
Сука. Чё у тебя теперь? Генератор. По-моему, у меня и машины-то нет. Так, посмотрим. Да есть же у тебя машина, на улице стоит, капот поднят. Интересно, что в ней. Похоже, мне придется идти вот сюда. А, блин. День рождения дяди Дэйва. У него всегда такие клевые вечеринки. Так, и где это? О-хо-хо-хо-хо! Что завтра мне удастся поспать. Короче, три задания, и все три задания в разные точки карты. Вот это вот шикарно просто. Ну-ка, что там? Но. Рад видеть, что налоги, которые я плачу, не тратятся попусту. Ага. Бийца все еще держит всех напряжение. Paradise Times. Хорошо. А если я пойду вот сюда. Стоп. У нас же все восстанавливается. Топорик. Топорика раньше не было. Тут тоже... Опа, есть. И динамит. Опа, есть. Хорошо, отлично. Ну, блин, короче, как-то так, ребятки. Серия получилась на 50 минут. Но, блин, я хотел найти эту гребаную форму, которая у меня была, сука. С того времени, как я в этой раздевалке побывал. Блин, подлецка такая, сволочь. Ненавижу ее, блин, нахрен. Ну... А стоп! А я-то теперь не в форме. Сейчас разорвет, если я немедленно не отолью. А, да? Эй, ты! Сирун, блядь, лови! Блядь. Не понял? О, мне обязательно нужно провериться. Так, о, я еще задание добавил. А. Так я же начал отливать, чё ты? А. Да я ссыкую, чё ты, блин? Вон на машину смотри. У тебя проблемы, я понял, тебе больно писять. Ой, ну это плохо так-то. Я тут уже, на понятно, разносился. Я, короче, добавил себе еще одно задание. Что за подарок? Ты снял полицейскую форму, придурок. Ты понял, что ты сделал? Ты сделал самую большую ошибку, сука, в своей жизни, гребаной падла. Ладно, ребятки, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии этого, как его, постола. Я, походу, моя собака пытается меня сожрать. Короче, все. Всем пока.